У кого в советские годы при поступлении на работу или в других ситуациях были неприятности, связанные с анкетными данными, партийность, национальность, социальное происхождение и прочими? Как вы выходили из положения? Кто был исключен из коммунистической партии за это и как это отразилось на вашей судьбе? Ждем вас на записи передачи «Старая квартира». Наши телефоны 215 18 66, 217 94 68. Здравствуй, милая. А ты что здесь делаешь? А я официальный наблюдатель на этих выборах. Вот мои коллеги. Мы следим, чтобы все было законно. Маша, я, представляешь, дома очки оставила. Опять? Ой, тетя Валя. Слушай, Машенька, а может быть, ты мне поможешь заполнить бюллетень, а? Да заодно посмотришь, правильно ли я голосую. Ну что вы, тетя Валя, я же официальный наблюдатель. А официальный наблюдатель не имеет права заполнять бюллетени за избирателя. Ну и потом, за кого голосовать? Это ж только вы можете решить, правильно? Мам, опять очки забыл. Привет, Маша. Наблюдатель вправе наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей, но он не вправе заполнять за избирателя даже по его просьбе избирательный бюллетень и вести предвыборную агитацию среди избирателей. Все хотят знать больше о Владимире Путине. Я вам все покажу. Кое-кто говорит, что... попали в какую-то диссидентскую банду. Кто-то вспоминает о том, что... одного в сугроб, другой не понял, в чем дело. Кому-то удивляют, что... он никогда не стучал. На РТР документальный фильм «Неизвестный Путин». Что так больно ранит сегодня нас? Мне кажется, это удивительное качество людей, которое вдруг выросло и не дает сегодня свободно дышать. Мне кажется, это равнодушие. Равнодушие людей друг к другу, равнодушие власти к народу, равнодушие народа к своей власти. Это страшно, потому что именно равнодушные – это те, с чьего молчаливого согласия совершаются все в мире преступления. Мы разучились жить в мире. В мире жить друг с другом. Уметь простить друг другу. Уметь помочь друг другу. Задумайтесь. И, может быть, поймете, что еще в ваших руках бьется и теплится сердце российское. Что, возможно, именно ваш голос поможет России вновь стать сильной, и вы с гордостью будете носить звание россиянина. Вас будет радовать жизнь, и вы будете счастливы так, как были в свое время счастливы многие народы, которые умели постоять за свою землю. Здравствуйте! В эфире телевидение специального назначения, студия телеспецназа, Руслан Случевский. Сегодняшний выпуск посвящен борьбе российских силовых структур с наркомафией в Средней Азии. Итак, сегодня в программе. Наркобароны стран золотого полумесяца выставляют против российских пограничников.